опыты. Значит, проверяем формулу 1 к 3. Формулу БТГ. Вот на этой системе все работает. Мотор на 24 выйдет. Разгоняю на 24 через СИМ. Так он не запускается на 24, только через СИМ. Значит, 2 секунды разгоняем. 2 к 6. Ну, 2 к 6 это сопоставимо 1 к 3. То есть на низких токах, видите, ребят, на низких токах до 24 вольт легче настраивать и формула работать на низких токах. А на 220, там, видите, бывает 1,20, 1,8, а то и 1,50. Потому что высокое напряжение – это и большая скорость тока. А когда у нас 24 вольта, видите, все нормально. У нас 2 секунды работает система. 6 секунд она откатывает ток-сеть. Как раз выдерживается по формуле 1 к 3. Вот проверяем. Видите, счетчик у нас. Туда-сюда. Пошел и назад. Пошел и назад. И назад. Сейчас зарисую, чтобы вам было понятно. То есть стоит реле в сети, вот тут, на фазе, это 0 напрямую идет, вот тут реле. Два на 6, ну то есть пропорция в 3 раза, то есть 2 на 6 это 3 будет, 6 на 2, 2 секунды мы подключаем, 6 ток откатывается так, как, ну, лишний. Как мы и выводили, 3 периода, значит, ток идет. Хотя здесь мощность 360 ватт. Вот мощность мотора. 360 ватт. 360 ватт. Ну, без нагрузки где-то 180 ватт. Половину. И вот тут еще стоит СИМ. Не нарисовал. СИМ. Потому что можно и без СИМа было, но СИМ это... Без СИМа она не запускается. Мотор-то на 360, а мы запускаем выпрямителем на 70. Понимаете? Поэтому без СИМа не запускается. Здесь СИМ. То есть получается 180 ватт 2 секунды. У нас. То есть 1 к 3. 1 к 3. Значит, система 1 к 3, видите, на низких токах, на низком напряжении, а не на токе. Ток-то тут большой. На низком напряжении оно все работает четко. На напряжении 220 и выше, получается там иногда 1 к 8, а то и 1 к 30, даже к 50, смотря какая мощность. А тут, видите, 360 ватт. Ну, получается 180. Все равно. То есть формула проверена, работает. И надо подчеркнуть, что... Надо подчеркнуть, что, значит, 1 к 3 соотношение работает по формуле 1 к 3 соотношение работает на токах до 24, да, может и выше, но до 24 проверено. До 24 вольт четко работает на таких токах. 1 к 3.
А когда 220 или 230, там может быть 1 к 8, 1 к 10. Ну, там надо уже смотреть по месту. Вчера показывал, было 1 к 8 где-то, а на другой было 1 к 30. Потому что там ток очень быстрый. Ну, напряжение это скорость прохождения тока, ребята. Напряжение. Это и есть скорость прохождения тока. Зачем рептилоиды сделали такое высокое напряжение? Видать, специально, чтобы это, чтобы побольше бабла брать со счетчика. Вот для чего. Ну, вот такая схема. То есть, формула БТГ, видите, работает 1 к 3 четко. Вывод какой? На напряжениях до 24 вольт. На напряжениях свыше может быть и 1 к 8, и 1 к 5, и 1 к 20. В общем, по-разному, в зависимости от системы, в зависимости от мощности. Благодарю за внимание. Всем удачи и железного здоровья.